Попытка незаконного вывоза крупной партии лекарственных препаратов пресечена в пункте пропуска Ярак-Казмаляр. В ходе осмотра пограничным нарядом в топливном баке автомобиля, следовавшего в Азербайджан, был обнаружен груз общим весом свыше 12 килограммов. Проведенная экспертиза и медикаменты были признаны сильнодействующими препаратами. Следственным отделом УФСБ России по республике в отношении иностранного гражданина, перевозившего груз, возбуждено уголовное дело.